внимание дан старт. Вверх полем с небольшим преимуществом возглавил Пиф. Здесь же в бровке Виват. Несколько неудачно за старт машины принял старт Скиф. На первую позицию определился Пиф. На второй позиции Виват, на третьей Скиф. Ну, первый-то ничего. Первая дистанция за Пифом. Сбоил Скиф. Извините, сбоил Виват. Это первая четверть. 37,6 секунды первой отметкой дистанции за Пифом. На второй позиции Скиф. На третьей Виват. Сбой допустил Пиф. Извините, был перехват у Пифа. На второй позиции Скиф. 37,6 секунды вторая отметка дистанции за Пифом. Пытается плотно подъехать к нему Скиф под управлением Вадима Абатурова. На третьей позиции Виват. В левом повороте бег ведет Валерий Люцер на Пифе. На второй позиции Скиф, на третьей Виват. Лошади подходят к отметке третьей четверти, впереди Пиф. 35,8 секунды, третья отметка дистанции за Пифом. Сбой допустил Скиф. А к финишу уверенно подходит Пиф. Этот еще сейчас нос из-за спины. Сбой допустил Виват. А тот объезжать, а тот вправо кинулся. Внимание, финиш.